Всем привет, с вами Юлия Клауд. Мы находимся на выставке Vape Expo в Москве. На данный момент в России производится не так много оригинальных механических модов для соревнований, да и в принципе. Но похоже, что на рынок пришел новый игрок, и это почти всем известная компания Babylon Vape. Сейчас мы пообщаемся с Вадимом. Привет, Вадим. Как раз по поводу мехмода, который называется как? Vape. Волна. Да. Расскажи. Это новая волна в мехмодах. Соответственно, что нужно человеку от мехмода? Висенхер, чтобы жарил. И эта штука может жарить, и как бы он был выработан в лаборатории путем проб и ошибок всех-всех мехмодов, соответственно, которые только есть в ассортименте. А почему вот вы решили сделать свой мехмод, если у вас и так представлено много американских, например? А мы сделали доступный компетишн. И к тому же безопасный. В отличие от Рига, у него хотя бы дырочки есть. Ну, внешний вид как бы понятен. Это медь, конечно же, да? Медь. А конструктив? Конструктив супер простой, чтобы было удобно чистить. Соответственно, откручиваем кнопку, видим пин, можем его чистить. Соответственно, можно глубже разобрать. Большого диаметра достаточно пин. Да, то есть удобно в кнопке. Вот вы видите батарейку. Вставляем батарейку, закручиваем. Жарим. Ну, соответственно, все остальное понятно, да? То есть гибридный коннектор. Всего по стандарту. Все как в лучших традициях будет. Ну, вот что у вас не по стандарту, я заметил, так это комплект поставки, я правильно понимаю? Комплект у нас вообще бомбовый. У нас идет сразу паста Гои. У нас идет микрофибра для утех по вечерам. То есть все у нас сразу есть. А, и три, конечно, изолятора под разные дрипки, потому что собака третья, сука, длинная. А, то есть смотри, то есть подстройка здесь идет именно за счет смены изоляторов. Да, да. Я так понимаю, что вы вдохновлялись кальмарами или чем-то еще, что обычно в таких упаковках? Нет, это волна. Это волна. Именно в такой упаковке. Это новая волна. Самый прикол, когда ты покупаешь Sub-Zero, когда ты покупаешь Rig, любой дрочь-девайс за 20 тысяч, он будет запкелой. Здесь товарный вид сохранен максимально. Запкелый ты имеешь в виду? Он не окислен, он ничем не покрыт, и в вакууме кислород на него не воздействует. Ты покупаешь готовый продукт, идеально чистый, как зеркало наполированный. Прям свежий. Наши самки полировали. Я еще вижу, у вас тут вы позаботились о инструкции, расскажи. Конечно же, безопасность, мы позаботились об инструкции, соответственно, постарались максимально доступно донести суперумную информацию до людей, поэтому даже самый-самый одаренный ж поймет. Ну, я надеюсь, одаренные не будут их прям так подряд приобретать все-таки, потому что механические эмоции дела. Эта партия ограниченная, у нас произведено всего ничего, на выставке можно успеть вообще купить только 50, поэтому даже не каждому их продаем. Диаметр? 24. 24. 24 стандартный компетишн. По цифрам. Самое главное — цифры. Сравниваем с конкурентами, грубо говоря. Если сравнить Sub-Zero он выиграет. И с гибридом, и без гибрида. Да как ни крути Sub-Zero, он его выигрывает. Его можно сравнить только из всех-всех известных, но только если... Руби? Руби? Нет. С Руби тоже нет? Руби не участвует в компетишенах, поэтому с Рубиком мы не сравним. Okay. Да. И, кстати, он супер идеально с Кеннеди выглядит. Закрой, наверное, да. Кеннеди как идеальный стелс див. Ну вот просто, вот он монолитная конструкция. Чуть-чуть бы отполировать, наверное, Кеннеди, да. Ну, и тогда, Кеннеди, тогда. Да, немножечко ее сегодня все трогали. Ну и, наверное, главный вопрос, какова цена? Цена 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. На выставке. То есть розничная уточняется еще. Ну, будет примерно, ну, выше, соответственно, но не намного. Ну, и, конечно же, нельзя упомянуть, что как бы... Опять же, возвращаемся к цифрам. Цифры Рига плюс-минус зависит от чистоты, ну, грубо говоря, от состояния. То есть начистил, Риг выиграл. Немножко запкел, получил Риг результат. Все мерилось при сопротивлении 0.1 на бабиковских аккумах. То есть, соответственно, каждый дома это может проверить. У кого есть Риг, у кого есть Сабс, берут эти аккумы, мотают 5 витков 0.8 на 3 мм и проверяют сами. То есть цифры не врут. Ну, я думаю, что мы еще проверим, соответственно, правдивость этих цифр в нашем обзоре. Окей, проверим. Вот.
А с вами, как и всегда, были Vivla Cloud. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, ставьте лайки, репосты и выступайте на соревнованиях по каучейзингу с крутыми мехмодами. Пока!